Здравствуйте! Вы на канале Букатаня. В этом видеоролике я покажу, как делала настольное псише. В качестве материала я использовала отходы от производства резного декора на станках ЧПУ. Thank you.
Здравствуйте, вы на канале Букатаня. В этом видеоролике я покажу, как делаю ды. Здравствуйте, вы на канале Букатаня. В этом видеоролике я покажу, как делала настольные псише. В качестве материала я буду использовать отходы от производства резного декора на станках.